штормик пошел, и ветер такой довольно ощутимый. Буквально недавно вода была 23, сейчас походу она... Ну, это не, может быть, и не понизовка. Там, вероятно, просто штормик небольшой. Люди купаются, загорают. Периодически пытается сфокусироваться. Вот, что не очень приятно. Красота. Лестница. Потом еще на обратном пути, наверное, напишу. Немного видно будет. В любом случае, сегодня, наверное, будет ролик. Камера прыгает, пытается фокусироваться. Никак все не поменять телефон. То одно, то другое.